Да тут уже торгуют прямо на улице, все дают пробовать, орехи всякие и тому подобное. Это вкусное-вкусное место. Здесь сейчас мы будем кушать кнафу. Кнафа — это такой козий сыр запеченный. Мы с вами в маленьком месте, которое называется Бейт Ханина. Дом Ханина — это такая деревня, где живут двоюродные братья. И мы идем в это место, которое называется Джафар. Вообще оно называется «Сладости Джафара». Там делают одну очень-очень-очень вкусную вещь, которая называется кнафа. Ну, мы видим, здесь хватает аксакалов, которые любят погазовать на иномарках, так сказать. Прямо на улице продают кукурузу, которая с какими-то вкусными приправами, пряностями. Очень вкусно. Вот это место «Сладости Джафар». Красивое, уютное. Можно посидеть и скушать очень вкусные сладкие вещи, которые, в принципе, как киноах. Киноах — это десерт. Ну вот мы уже внутри магазина. Магазин-кафетерия такая, где готовят абсолютно все на месте. Абсолютно все свежее. Это в основном все с сыром. Разные запеканки и тому подобное. Людей, как мы видим, здесь хватает, потому что это все очень свежее и очень вкусно. А вот то, что больше всего люблю я, это вот это вот кнафы, которые делают из козьего сыра и кемах. Кемах — это... Я уже забыл, что такое кемах. Ну вот. Кемах — это мука, вспомнил. Соответственно, все можно увидеть, что для дня рождения детям украсить, приукрасить, заказать торты, свежие фреши, фруктовые. Рекомендую, очень вкусно. Модели хамот. אני רוצה להזמין מנה אחת. תעשה בבקשה חצי חצי. חצי חצי. זה מספיק. זה? אני זורם איתך. אני איתך. порекомендовали самые свежие, что есть. Айва. Я уже забыл, что сверху с сиропом. Тихо посидеть здесь, отдохнуть. Тихий, уютный дворик. Посетили, как мы видим, уже набилось, охваталось. Рядом возле этого сладкого места находится магазин, в котором продаются другого рода сладости. И есть огромная красивая печка, где полностью пекутся вот такие вот вещи на месте. Это очень вкусно. Готовят все на месте. Вот на месте. Вот в этом, в этой каменной печке. Я абсолютно полностью все попробовал здесь. Рекомендую. Очень вкусно. В еду они вкладывают всю свою душу.